Добрый день, друзья! В своих комментариях вы просили меня рассказать, что такое Lotissimo и как пользоваться. Вот. Относится это к интернет-покупкам на аукционах Германии и Европы. Вот. Скажу так, я охотно пользуюсь этим аккаунтом, этим датенбанком. Вот и сейчас так по основным позициям мы с вами пройдем. Итак, Lotissimo — это немецкая, в Германии, в Гамбурге, кстати, зарегистрированная фирма. Это Datenbank, который собрал в себе, вот сейчас посмотрим, значит, уже на данный момент в Германии 182 аукциона, 12 австрийских, 9 бельгийских, Чехия, Франция. Порядка более 200 аукционов, на которых вы можете осуществлять покупки через Lotissimo. То есть вам не надо на эти 200 аукционов где-то искать или что. Если они зарегистрированы здесь, то через Lotissimo вы можете выйти на них и поучаствовать в онлайн, в интернет, значит, покупках на них. Вот, значит, прежде всего здесь необходимо зарегистрироваться. Во-первых, предлагает он два языка. На данный момент только два. Вот этот немецкий, да, английский. Вот, ну, перейдем. Все-таки мне лучше на немецком. Вот, итак, вы можете делать онлайн гиботы, можете здесь, значит, как отдавать свои эти, не голоса, а как свои гиботы, то есть делать свою заявку на аукционах. Вы можете участвовать прямо на аукционе, то есть здесь высветится у вас именно этот аукцион, вы будете видеть, что они как бьют молотком. Все, и здесь как бы тоже параллельно на нем вот так заочно участвовать. То есть, по сути дела, очень удобная вещь, нет необходимости быть на этом аукционе, вы по нему онлайн, он у вас на экране, значит, происходят все продажи. Вы можете здесь осуществлять послеаукционную продажу, когда аукцион уже закончился, не все распродалось. Ну, вот, и то, что осталось, они предлагают это к последующей, значит, своей прямой продаже. Вы можете здесь обратиться и, зарегистрировав себя, попросить рассылку интересующих вас предметов по категориям. Вот здесь мы видим мебель, украшения, декоративные объекты, собирательство, азиатика, винтаж. Вот, по интересующим вас категориям, по интересующим вам объектам вы можете дать заявку, и вам на mail, на вашу интернет, на вашу почту будут приходить, значит, от этих аукционных домов, значит, предложения. Значит, как я сказал, вы здесь регистрируетесь, получаете подтверждение того, что вы зарегистрировались, и участвуете, то есть Lotissimo выступает в этом случае посредником для вас. Он осуществляет для вас ставки на этом аукционе. Потом вы получаете, вы делаете ставку, потом вы получаете извещение о том, что этот аукционный дом рассмотрел вашу заявку, которую Lotissimo для вас отправил. Он вам ее подтвердил. И она актуальна для следующего этого аукциона. После, если вы выиграли этот лот, этот лёс, значит, вы получаете извещение, вы получаете счет на свой mail, теперь уже напрямую от этого аукционного дома. Там вы, когда делаете, значит, этот лёс, вы отмечаете, будете вы забирать его персонально, либо вам прислать домой. По этому адресу, который вы зарегистрировали на Lotissimo, они передают его дальше на аукционный дом. И после оплаты, которую вы осуществляете напрямую
в этот аукционный дом не через Лоттисимо, а напрямую платите, теперь уже работаете в контакте с этим аукционным домом, осуществляете оплату, вот, определяете, значит, способ доставки и получаете этот лесть, либо едете, забираете его сами. Значит, для вас, как для участников, как для покупателей, эта услуга бесплатна. Платят только аукционные дома, которые здесь регистрируются за это. А для нас, как для покупателей, эта услуга Лотиссимо абсолютно бесплатна. Ну, допустим, вот посмотрим мое конто. Допустим, икона Россия, 19 век. Значит, написано, что участвовать уже не могу, потому что аукцион закончен 17 в 10. 60 евро я задавал. Вот этот аукцион. Но еще я извещение не получил. Как правило, если я не выиграл, я ничего не получаю. Если приходит счет на мою электронную почту, присылает счет, то я оплачиваю, как я сказал, и получаю ее по почте. Очень удобная вещь. Очень, как я уже сказал, можно, значит, допустим, объекты собирательства по категориям. Здесь. Но сейчас попробуем мы задать, допустим, серебро. Чем деталированнее мы зададим, тем уже будет поиск. Но мы задали вот здесь серебро. Высвечивается, соответственно, все лоты, которые связаны с серебром. Это могут быть и ордена, это могут быть в данном случае пенсне, посуда, монеты. Все, что связано с серебром. Если задать тафель-зильбер, если более детализированное, высветится более детализированное. Вот. Допустим. Можем посмотреть фотографии. Серебряный этот крест за выслугу 100 евро. Иногда, если это допускается аукционным домом, вот старт прайс 100 евро. Вот Фердинс Кройс 1916 года в серебре на подвесе. Вот, если аукционный дом допускает, можно задать ниже, допустим, чем стартовая цена, допустим, 20 евро. Задаем подтверждение. Вот, в данном случае этот аукционный дом, вот берлинский аукционный дом, вот, он допускает то, что можно задать ниже этой цены. Некоторые это не допускают. Если бы я задал 20 евро или даже 90, они бы мне написали, что минимальная ставка это 100 евро. Вот здесь они это допускают, потому что могут себе позволить. Аукцион крутой. За 20 евро он, конечно, никак не уйдет. Но, тем не менее, мой гибот, вот здесь написано, составляет 20 евро. Аукцион проходит 4 и 5 сентября. Live аукцион. Я могу на нем потом поучаствовать, как я уже говорил. Или вот так вот заочно отдать заявку. Так как я на этом аукционе уже, конечно же, осуществлял покупки, они как бы уже знают, мы там зарегистрированы и прочее. Вот в данном случае подтверждение этого гибота через этот аукционный дом дополнительно не нужен. Он автоматически уходит, потому что мы там известны. Если бы этого не было, здесь бы высветилось, что вы получите известие от этого аукционного дома, то есть они направили бы этот лот, они бы рассмотрели, вот, и подтвердили, либо бы не подтвердили. Как правило, конечно же, подтверждают, не подтверждают или отказывают в том случае, если вы там уже что-то покупали и негативно себя зарекомендовали, то есть не оплатили, либо были какие-либо другие проблемы, то есть вас включили в черный список. Но таким образом происходит, значит, покупка. Вот здесь аукцион, вот сейчас актуэль аукцион, те, которые сейчас проходят. Вот, допустим, 17 по 23. Вот 22 аукцион закончен, 25 августа. Это те, которые в ближайшее время.
Вот сейчас он протекает, вот история. Можно его посмотреть, сейчас постараемся. Аукцион. Значит, вот мы видим, сейчас проходит этот аукцион. История акционата, актуально его за картину 1400. За 1500 было продано. Сейчас должен следующий быть лёс. Наверное, сейчас 7 часов. Наверное, у них пауза. Это был последний, который закончился. Сейчас пауза. Когда он дальше пойдет, то сразу мы это увидим. Тут забегают цифры, следующий аукцион, то есть пауза. Вот как долго она длится, я не знаю, здесь не могу вам сказать. Вот. Ну вот в таком плане, значит, происходит покупка на аукционе Лотиссимо. Вот. То есть, по сути дела, повторюсь еще раз, это такой Datin-банк, который на данный момент уже более 200 аукционов насчитывает. Через него вы подаете, значит, свой гибот на аукционный тот дом. Вы можете подать здесь заявку, что вас интересует, какие будете получать извещения. Вы можете напрямую участвовать, можете в этих аукционах потом нахферкал, то, что осталось на остаток, покупать. Ну, то есть очень интересная вещь. Оплату, как я еще раз вам повторюсь, вы осуществляете напрямую. После того, когда вы что-то купили, вы работаете уже напрямую с этим аукционным домом, решаете вопрос оплаты, решаете вопрос доставки. Ну вот такое вот краткое введение. Очень рекомендую. Почему бы нет? И удачи вам на этом поприще. До новых встреч.